По традиции, в преддверии Дня Республики между Чувашией и другими регионами страны стираются все границы. Остается только взаимодействие и партнерство. В Чебоксарах открылась 24-я выставка «Регионы. Сотрудничество без границ». Если спросить участников и гостей, что для них выставка «Регионы. Сотрудничество без границ», то все ответят по-разному. Для предпринимателей это контракты и возможность договориться о сотрудничестве. Для производителей – показать свою продукцию и продемонстрировать новинки. Ну а гости больше всего любят ту часть выставки, где проводят дегустации. Самый вкусный ряд посетил и глава Чувашии Михаил Игнатьев. Конфеты, овощи, мясные деликатесы, мед. Отпускать без угощения главу региона никто не хотел. Да я этого года мед. Успели снять уже, да? Здорово, спасибо. После продовольственных рядов Михаил Игнатьев попробовал уже на прочность мечи, которые выпускает завод имени Чапаева. Они должны заместить в наших магазинах китайскую продукцию. Хорошо прыгает. Для журналистов говорю, каучук с Индонезии как раз. Вот они, гости делегации. От продукции к технологиям. Самые последние наработки главе Чувашии представили у стендов учебных заведений республики. Так брошюру детского технопарка «Кванториум» Михаилу Игнатьеву преподнес робот. Открывайте. В общей сложности в этом году свои экспозиции представили 140 организаций Чувашии и 7 регионов страны. Чувашская республика заняла второе достойное место среди 85 субъектов Российской Федерации. Это дает нам дополнительные сейчас стимулы, уважаемые коллеги, друзья, для того, чтобы мы еще лучше сейчас работали, соответственно, в круглосуточном режиме, чтобы привлекать этих инвесторов, создавать на них благоприятную среду. Поздравляю! Ольга Пырышкина, Игорь Зверев, Республика.